Обыватели склонны путать между собой два понятия – авария и катастрофа. Дело в том, что авария допускает даже полное разрушение машины, но без человеческих жертв. Катастрофа же наоборот. Самолет может и не пострадать. Но если есть хотя бы одна жертва, это уже понятие катастрофа. Вы, наверное, удивлены, что вместо того, чтобы комментировать захватывающий сюжет, мы мучаем вас лишней информацией. Отнюдь. Просто хотим обратить ваше внимание на то, что именно благодаря умелым действиям пилота авария не превратилась в катастрофу. МиГ-29 совершает разбег и уже готов вот-вот взлететь. Но из-за неполадок в одной из систем самолета шасси убралось на какое-то мгновение раньше. Машина упала на нижнюю часть фюзеляжа, как сказали бы авиаторы, на брюхо. И на скорость